Знаешь, я ведь сейчас еле сдерживаю слезы. Перестань. Подумай, шумный человек. А денег тогда вообще не было. Почти все, что было, дали таксисту, чтобы нас до моря довез. Таксист был оригинальный дедок, лет по 90, на глазах увеличительные стекла вместо очков. На этой дороге! Вот, удивляюсь вам, ребятки! Как нас манки-то на юга! Одних отпустили! Да, осторожно! Вот, вот, вот сейчас! Давайте и познакомимся. Это я уже слышал, а дальше что? Да ладно. Да, мы до встречи с вами дня 3 или 4 недели. А я смотрю, хлопчики идут по бережку друг дружку подпирать. Ну, я не могу все об этом пюре. Посмотрите лучше. И я к звезды в море отражаются. Мне кажется, я вас влюблен. Вот с этим шутить не надо. А кто вам сказал, что я шучу? Я серьезен, как контролер в троллейбусе. Картошку всю сожрал. Я кушать хотел. С котлетами. А что? Руку. Уберите. Кулебеков встает. Кулебеков с чувством собственного достоинства. Отряхивается. Ты ни за что не поверишь. Кулебеков кланяется. Там есть сад. Ты хочешь? Райскишку? Нет, обыкновенный сад. Что еще? С тебе еще одна история. Ну ты расскажешь. Обещаю, расскажу. Зачем вам этот дом? Алкоголизм, разврат, последующая депрессия. Ты что мне такие даешь, а? Они с ментом? Или ты меня за бабу держишь? Ты, эй! Мне есть мужские. Привет, Леш. Здорово, братишка. Ну, как я выгляжу? Небось, худой весь, желтый как дыня, да? Ну, есть небольшая желтизна. Небольшая желтизна, ну ты уморил, братишка. Я уже не могу терпеть. Пробираюсь через эти ряды, прохожу быстро, спускаюсь вниз, открываю дверь, а там солдатик сидит. Разложил эти шприцы, жгуты. Жизнь жалуется, вот, я хочу... Для обострения прямого эфира, так сказать, разговор подстроить. Помоги, а? Слушай, я не могу так сказать. Ты же знаешь, я их люблю. Тебе нужно к какому-нибудь артисту обратиться и без разницы, что молоть. Не обижаешься? Да нет, я не обижаюсь. С тобой стою, разговариваю, все нормально. Я не понимаю, что это значит. Там есть сад, дом, деревянный дождь. Что там еще есть? Ты чё позвал-то? Я хочу запомнить сегодняшний замечательный день. Ты за мной сейчас наблюдаешь? Мне кажется, это та самая старость есть. Нет. До старости еще далеко. Да. Есть еще время сделать что-нибудь. Thank you.
Спасибо.